Для того, чтобы сделать вино из шелковицы, нужно 1,5 килограмма шелковицы. Вот здесь 1,5 килограмма. Бутыль 4-литровый. Килограмм сахара. Лимонная кислота примерно 5-10 грамм. Изюм. Также понадобится изюм. Ну, где-то грамм 50. Сколько здесь? Можно больше, изюм не помешает. Изюм это для того, чтобы началось брожение. Шелковицу мыть не надо. Перед этим сейчас я шелковицу подавлю. Вот так вот. Когда подавлю, буду снимать дальше, потому что неудобно одной рукой это делать. Вот я перемял. Тщательно, прям сильно так тщательно перемешивать не обязательно, ну чтобы каждая ягодка хотя бы чуть-чуть там вдавилась, тогда она пустит сок. Теперь лимонную кислоту, сахар, изюм. Лимонной кислоты. Изюм. Изюм туда. Килограмм сахара. Теперь воды. Примерно вот так. Вот. Налил воды. Теперь аккуратно деревянной палочкой все это нужно тщательно перемешать. После того, как перемешал, ставлю, вернее, накрываю марлей вот таким вот образом и ставлю в темное место где-то на 2-3 дня. В зависимости, какая будет температура, от этого зависит, быстрее оно или медленнее начнет бродить. Ну вот, простояло мое вино 3 суток. Значит, сейчас я процежу это вино, отделю бубочки, вот эту всю мезгу, одену перчатку. Ну а дальше все как обычно. Сейчас я процежу. Вот я его процедил. У меня получилось столько вина будущего. Вот, я все сделал. Одел перчаточку. Предварительно проколол дырочку иголочкой в одном месте. Ну вот и все. Значит, процесс брожения где-то будет до месяца, примерно так, 25-35 дней, примерно так. Потом это вино нужно будет перелить, процедить и разлить в бутылки и поставить в холодное темное место. И где-то через 5-6 месяцев оно готово к употреблению. Прошло примерно 5 часов. Рукавица уже приветствует нас. Начала надуваться. Значит, процесс пошел. Процесс брожения.